Между тем, число заболевших коронавирусом достигло 17205 человек. 361 скончался. Обновленные данные сообщили в Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР. За последние сутки выявлено 2829 новых случаев. Отдельно в Гонконге выявлено 15 подтвержденных случаев заражения, Макао 8, на Тайване 10. А между тем, Китай завершил строительство одной из двух новых больниц в городе Ухань. Там будут лечить пациентов с коронавирусом. Строительные работы, начавшиеся 23 января, закончились через 8 дней. На видео показан масштаб и скорость строительства. Новая больница рассчитана на 1000 коек, и ожидается, что прием пациентов начнется уже сегодня.